Вань, у тебя первая игра была сегодня? Да. И вы выиграли сразу? Да. Совпадение не думаю, да? Чувствую себя хорошо. Правда, вчера, сегодня игра. Ну так, тяжко, конечно. Вчера 38, но сегодня не знаю сколько. Ну, наверное, примерно так же, но все равно тяжко, тяжко. За счет чего выиграли? Ну, не сказать, что прям на волевых, но правильно мячом распоряжались, я считаю. Без глупости в основном. Когда надо было сбросить темп, мы сбрасывали. Вот. Сопернику позволяли? Ну, да. Когда нам через всю поляну прилетает плюха вот такая, это, за спиной это нехорошо. Поэтому, да, нормально всем позволили. Вот, могли сыграть лучше, я считаю. Молодцы.